Привет, вы на канале Лили Суперстар. Сегодня мы снимаем влог нашей прогулки. Вот, как вы видите, сзади меня лежит снег. Вот, у нас вчера выпал первый снег, и там его столько много навалило, что мы могли просто кататься на ледянках, лепить снеговиков и играть в снежки. Вот, к сожалению, мы вчера не смогли снять этот влог, из-за этого мы снимаем его сегодня. Вот, сейчас мы ждем Фелисити на ее волшебных санях. Вот, она привезет также маленькие санки для питомцев. Вот, и получается, что мы будем вместе с ней кататься на больших горках. А может, даже и на маленьких. Сейчас я покажу, как мы всех ждем. Вот тут вот, у нас девочки, сестрички. Кстати, у нас это новая девочка, видите, кошечка? Это наша новая сожительница Энчантималс. Это девочка Оак, ее зовут Сиеста, она сестричка новой Enchantimals City Tales, азиатской кошечки. Она у нас покрашена акрилом, у нее синельный хвостик, у нее также есть ушки из синельной проволоки, у нее вот такой топик, у нее также дома лежит ее юбочка, у нее также есть питомец, ее зовут Зефирка. Всем привет! Смотрите, я гуляю со своей лучшей подружкой Оливией. Всем привет! А я со своей овечкой Изабеллой. И вот тут вот у нас еще в снегу сидят Данесса, Розочка, а также Санча и Бусинка. Вы только посмотрите, какая красота! Смотрите, какой снег везде лежит! Вообще такая красота! Кстати, сегодня у нас снег приморозило, тут прям такая корочка, так что сани будут отлично кататься. Ух, Флика, мы уже так долго едем. Ага, да, не говори. Они, наверное, нас уже заждались. Да, точно заждались. Давай побыстрее немножко поедем, давай. Так. Девочки, привет! Привет, Фелисити! Ура, наконец-то ты приехала! Да, наконец-то! То я тут, если честно, я замерзла немножко. Давайте быстрее садитесь в санки. Кстати, я когда ехала вместе с Фликой, я поняла, что лучше нам сделать так, чтобы сначала мы поехали на санках на полянку возле горки, а потом, чтобы Флика на этих санках повезла всех остальных там сестричек и питомцев. Вы все согласны? Да! Ну что ж, тогда давайте, девочки, все размещаемся. Флика, не забудь про свои обязанности. Конечно, не забуду. Кстати, смотрите, какие мы санки привезли. Вот такие они, изо льда. Очень красивые. Так, высаживаемся. Питомцы все слушаются меня. Скоро мы отправляемся в путь. Так, вот тут посижу. Ну что, девочки, всем удобно? Да, вроде бы да. Ну что ж, тогда поехали. Девочки, я вам хотела сказать отличную новость, что до первого места назначения нам ехать совсем недалеко. Сани, поехали! Пока, питомцы, мы недолго. Отлично, пока. Знаешь, Фелисити, это так необычно, то, что сани сами катаются. Ага. Смотрите, как везде красиво. Так, ну что ж, девочки, нам осталось еще немножко завернуть, и все, и горка будет прямо перед нами. А вот, кстати, и она, смотрите, какая горка. Сейчас скатимся. Ну что, девчонки, готовы? Готовы, поехали. Вот это мы скатились. Не, ну знаете, было прикольно, мне понравилось. Бурррр. Фух. Девчонки, меня подождите. Ого, вот это да, девочки, аккуратненько. Ох, ну как вам понравилось? Очень, вообще так понравилось. Я не сомневалась. Давайте сейчас заберемся наверх и будем ждать там питомцев. Давайте. Ну все, вот мы наверху, будем тут ждать питомцев, только нам тогда нужно высадиться. Хорошо, что у меня есть покрывало. Ох, отлично, а покрывало нам как раз очень понадобится. Все, покрывало постелили, девочки, садимся.
О, отлично. Я через здесь буду сидеть. А я вот тут вот. Фух. Кстати, давайте потом, когда питомцы приедут, мы потом по отдельности будем кататься. Хорошо, давайте. Или, может быть, вдвоем, а то вчетвером сильно много всех. Ага. Саник, питомцам! Ого, смотрите, сами приехали. Впервые такое вижу. Классно, давайте все садимся сюда. Не забудьте про маленькие санки. Конечно, не забудем. Ух ты, классно-то как. Питомцы, идите сюда. Мы уже пришли. Так, аккуратненько все рассаживаемся, чтобы всем было удобно. Квик-квик, меня забыли. Розочка, ты где? Я уже бегу. Куда же мне сесть? Вот сюда. И что надо говорить? Надо сказать: Сани, поехали! Сани, поехали! Привет, девочки! О, привет! Отлично, что вы пришли. А то я думала, что мы уже замерзнем, пока вас ждать будем. Да нет, не замерзнете. Что, вы уже скатывались с горки? Мы один раз скатывались, мы упали. Но нам очень понравилось. Мы хотели потом там вдвоем покататься, по отдельности и все такое. Мур-мяу! Ясно. Сейчас будем кататься, веселиться. А будем мы снежки лепить там, снеговика тоже. Да, конечно, будем. Мне так нравится снег. Тихо-тихо-тихо-тихо. Конечно, ты же снежок. Ты же классный снежок. А, крутяк. Оливия, иди сюда. Сейчас иду. Опа. Классно. А вот и санки. Ну что ж, давайте кататься, играться и все такое. Давайте! Кстати, у меня для вас еще одна хорошая новость. То, что вторая горка, она очень близко. Вот она вот тут, совсем рядышком. То есть вот тут вот проехать, и все, и вот она гора. Только она большая, очень большая. Да, надеюсь, мы с нее не упадем. Так, ну давайте по очереди. Я чур первая вместе с Санчей. Так, сюда садимся. Санча, ты идешь? Конечно, иду. Так, сейчас только усядусь. Ой. Все, я готова. Поехали, Данесса. Девочки, удачи. Не переживайте, все будет хорошо. Ну что, поехали? Раз, два, три. Давай еще раз попробуем, давай. Ай, санки. Дубль два. Ну как, девочки? Ой, ну знаете, как бы прикольно, только мы в самом первом разе мы упали. Вообще, я зато теперь вся в снегу такая. Ага, ясно. В следующем мы с Мелоди. Вот и я еле выбралась, даже шапка вот на глаза налетела. Пойдем, Мелоди. Так, я здесь. Ну что, вторая партия, поехала. У-ху! Ого, как далеко проехали. Ух ты, Мелоди, ты видела вообще, как мы далеко проехали? Да, конечно же, видела, вообще так круто. Ага, не говори. Следующие, поехали. Так, давай еще раз попробуем. Давай. Ого, вот это падение, так падение. Дубль два. Ух ты, они даже не упали. Классно. Вот это мы даем. Ага. А теперь на маленьких санках поехали. Вот
прям в сугроб упала. А теперь я на санках. А, поехали, поехали без меня. Это что за беспредел? Как же классно. Ага, да, смотри, какой у нас снеговик классно получился. Ага, вообще такой красивый, да, не говори. Ух ты, смотри, снег пошел. Снежок, классно. Ага, на тебе. Нет, тебе на. Нет, тебе. Ну что, Санча, готова ехать? Конечно, готова. Ну что ж, давайте на перегонки. Поехали. У-ху! Я тоже поехала. У-ху! Мы первые. Ура! Ну вот, ничего. Как же классно. Как же классно! Ого, я прямо аж санки закопал. Вот они. А, как же классно! Хе-хе. Всем пока! Вы были на канале Лили Суперстар. Всех с наступающим Новым годом 2023. Еще раз. У-ху.